Всем привет, канал Ирина Цветики. Я сегодня в Вове. Ой, извиняюсь, я мыслями еще в Вове. Да, я заезжала, брала цветочки, которые мне после обзора заказали. В Ашане, вот напротив ФБС Мегамолл. Вот целое море. Офигеть. Ну, пока вижу одну тележечку. Ой, я думала, каменная роза. Ну, вот они сразу пишут цену. Оценочная по 1000 рублей. Но здесь давно не было орхидеи. Это, видимо, привезли сразу по такой цене. Вот симпатяка какая. Где-то я ее видела в каком-то магазине. Что еще интересное? Это розовая, тоже меня спрашивают иногда название ее, я не могу сказать. Может быть, с надписью. Да, продавцы очень громко продают между собой. Пульсация есть. А вот такая. Крапушку. Ну вот, скорее всего, несколько дней мне некогда будет снимать обзорчики, поэтому я очень рада, что в Ашане попался завод орхидеи. Ну, ну, тут неплохое качество. До этого я смотрела, там корешки были, ну, гнильцой, скажем так. Тут все неплохо. Непонятно, где разделение между ними. Вот какая красавица. И сухенькая, и корней много. И вот там, наверное, вытащили этот торфяной стаканчик. Прям замечательное качество. Ну, вот с этой стороны вот так вот. Какая из них сколько стоила, догадаться невозможно. Наверное, по цветоносам. Вот с одним цветоносом была по 699 рублей. Ну да, мы такие покупали, вот, например, в Леруа Мерлене по 700 рублей. А вот с двумя цветоносами, а это одна, один цветонос. Значит, это тоже будет по 479 рублей. Но я сегодня еду с рынка, я набрала там акбу. Вы понимаете, я бы выбрала отсюда несколько, конечно, вот на продажу. Но, к сожалению, мои ресурсы ограничены. Потому что, ну, не все прислали денежки, очень много написали. Человек 10, наверное, 15 написали, что хочу. Ну, а денежки прислали только 5 человек. Поэтому, понимаете, да? Как бы сумму моих вложений. Так, ну все, я, по-моему, сделала круг. Возможно, еще будут там дальше. Посмотрим. Ой, тут такая крапушка интересная. Ну вот, обошла весь Ашан, нашла еще один чуть-чуть. Так, тут тоже две цены. Ну, я думаю, по цветоносикам. Ну вот, похоже на ягуар. Ну нет, это не ягуар. Ой, тут название, давайте посмотрим. Ой, что-то я не могу почитать, сейчас я на паузу поставлю. В общем, все, что я прочитала, это GMP мелкий, и парс, или парс, ну и тут ГИЛ, не знаю, короче, не удалось
А вот зелененькая, прям зелененькая. Она реально зеленая. Но я вот купила вчера зеленую, а так бы я ее забрала, конечно. Вот такая. А корней сколько? Очень хорошая, очень. И корней много. И всего у нее много. И необычная. Ну вот, похоже на Салинос, но, по-моему, это не Салинос. Я даже как-то на оценке купила такой Салинос. А он оказался не Салинос. 3 Тория снова входит в моду. А это не она. Прошу прощения. Ну, это и не Монтрис. Сейчас глянем. К сожалению, нет маркировки. Почему-то бледные белые корни. Может быть, тут была... Был бумажный стаканчик, поэтому она такая белая, бледная. Ну, такой мы видели. Корешки хорошие, розетка тоже. Вот это я увидела издалека и пошла, думала, что же там такое за цветочек. Это искусственная орхидея. Смотрите, даже мультифлорку сделали. Всего за 122 рубля вы можете приобрести целую кучу. Нет, ну тут вот один цветоносик. Ну, разнообразие орхидей. Ну, одинаковые. Да, их много, но не одинаковые. Ну, смешно, да. Я еле дождалась, пока закончится музыка. Вот с музыкой нельзя нам снимать. YouTube присылает замечания, поэтому всем спасибо за просмотр. Пока-пока. До свидания.